Разверну на землю! На землю, бля! Нет! Вур, блядь. Да. Я на него, блядь, почитал. У него было уже несколько покушений, блядь. Никто его не смог ебать, нахуй. Они за него, блядь, 150 тысяч долларов. Получилось где-то, блядь, на день, на два, блядь, позже. Я стою в парке, блядь, бухаю, нахуй, пиво, блядь. И ты мне присылаешь фотки, я такой, нихуя себе. Я готов даже нарядиться в эту форму для полноты образа, понял? Ну ты понял, я там с шевронами туда-сюда, бля, форма. Самая четкая, нахуй, это Мон 100. Она идет такая вот, бля, коричневая, нахуй, такая круг. Ей кручивается. Это то, что ты предлагал в дверцу поставить? Да. Есть еще Мон 50, ее тоже можно поставить, она еще меньше. Вот эту монстон, нахуй, надо куда-то вдутый бусик, понял, там где большое, ну вот такое хотя бы пространство надо, потому что она сама, мы ее на магниты ебанем, ну и такое вот письмо будет торчать взрывательно, ну вот такое расстояние надо. Мон 50, она вот такая, блядь, гнутая. Они меня завербовали для выполнения задач на территории Украины. Задачи составляли на ликвидацию военнослужащих, а также ликвидация на Добробаты, на их лидеров. Также оговаривались ликвидация Министерства обороны Резника и ГУРа Буданова. На первую задачу я привлек человека, который проживает на территории Украины. Для этой задачи он проводил наблюдение, фотофиксацию, потом приобрел пистолет ПМ и исполнил заказ. За этот заказ он получил $5000.